хочу показать очень необычную студию. Как-то в этом ноябре, помните, мы уже в Сочи. С этим полетом надолго, видимо, запомню. Посмотрите, какой цвет. Это студия, фотостудия. Просто какой-то космос. Сейчас покажу, у нас здесь фотосессия. Просто мне напоминает это фильм «Пятый элемент». Так живешь в Москве и не знаешь, сколько прекрасно. Посмотрите, какие двери. Фильм «Пятый элемент», помните? Dance of Night, Sleep of Day. Здесь все такое космическое. Говорю, живешь в Москве и не знаешь, сколько прекрасных, необычных зданий есть. Виталий Ширяев со своим компьютерным голосом. Ну, давай. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в авиакомпании «Аэрофлот», член Альянса «Скотим» российской авиалинии. В целях соблюдения качества. А ты прямой эфир, что ли? Нет. Да? Да. Ну да. И все, больше не буду. Давай. Деньги. А нет, скажи ссылочку в описании, подписывайся. Ссылочка в описании. Твоя? Нет, твоя. Почему а, твоя? Моя. Хорошо, моя. Бейте в колокольчик, стучитесь ментам. Что надо еще делать? Делайте ее просто, вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. Бейте в колокольчик и пишите ваши комментарии. Самые лучшие комментарии я озвучу своим голосом в следующем эфире. Продолжаем обзор студий. Мой любимый лофт стиль. На зеленом, как всегда, снимают. Вот, может быть, кто-то у меня есть фотограф? А, у меня же есть фотограф. Почему именно, когда хотят нарисовать сзади какой-то вот, когда делают фото или видео, почему именно на зеленом свете всегда это делают, потому что удобнее всего зарисовывать на зеленом. Вот не могу понять, почему именно зеленый, что в нем такого, что... Вот так вот, понимаете? Не хухры-мухры. Это все за стеклом. Прекрасный свет. Мужчина, в чем дело? Подождите. Смотрите, кто появился на канале. Артем Чернышевич, ссылочка в описании. За 3000 в месяц, пожизненная гарантия. Опять, подожди, так ссылочка и так она висит. Ну, 3000-то все автоматически приходит. А как здесь эта стабилизация? Шикарная. Вот видишь, мы бежим, как будто стоим. Смотри, красная дорожка. Хотя ждет, а мы опаздываем. Потом. Или это для обычных смертных? Подождите. Гардеробная. Не, ходи в гардероб. А вот. А? Проходите, пожалуйста, в гардероб, господа. Артем. Здравствуйте. Здравствуйте. Сказали, что видеосъемка строго запрещена. Буду втихаря вам показывать кусочки. Пока просто кино смотрим.
of us. You're asking yourself what it is you just saw? Welcome into little Jean-Paul Gaultier's mind. Come on, buy this giant football for crying out loud. What kind of toy is a corset? Corset? Quand on s'est rencontré avec Francis, ça a été le coup de foudre. Lui et moi. That garbage bag. We make a hole on the side of like that. It's a dress. Yes, put it on. Jean-Paul Gaultier. Okay, I called him. 0123456799999 and 213499127 37221696066666696 Stop. Anna, darling, how are you? Ça va bien, merci, et toi? Anna, je t'ai déjà dit de ne pas me parler en français, ça fait grossir. Mais où es-tu? Dans une décharge municipale? I am at the first show of Jean-Paul Gaultier. Ah! Manifestement, c'est pareil. We're gonna have money from Japan. Domo arigato, les Japonais. Merci beaucoup. Donc, tu peux aller à Londres, faire la fiesta. Moi, je file à Tokyo. Bye! Hello, la France. Hello, mes petites grenouilles, and welcome to England and its wonderful capital, London. Смотрите, кто со мной. Узнаете? Катя Курская. Это вам не Таиланд Самуи, здесь все по-другому.
А я могу сюда потом вставить твою эту фотографию вчерашней фотосессии? Вы просто вот сейчас в этот момент я вот включу. Раз, два, три. Какая ты правда так красивая здесь. Да? Загорела. А, да? А мне, может, тоже подрисовать? Нет? Я тоже могу подрисовать. Ладно, я подрисую. Так, подписываемся все на Катю. У тебя канал есть на Ютубе? Нет, создадим. Скандально. А как, подожди, а твои скандальные видосы? Я прикреплю, можно твое видео? Хорошо. Все, ладно. Катя, расскажи мне, что ты думаешь по поводу этого шоу? Я? Да. Мне пока мишки больше всего понравились. Да, мишки? Да, да. А ягодицы голые мужчины? Концептуальненько. Интерактив со зрителями называется. Strike a pose, like with your body, you do, not this explication, with your body you do something like, oh, for the audience, and for me. Oh my God! Okay, wait. You do the same thing, but for me. Do it again, please. Oh my God! Yeah, really hot. I mean, I like you, yeah. Like, So, spin around, please. Ma chérie, t'es sublime! Allez, montre-moi comment tu marches. Okay, now. So, show me how you walk. Ouh là là, mais c'est la catastrophe, ma chérie. Ça va pas du tout, hein? It's perfect. Assieds-toi là-bas, qu'on va te montrer comment il faut faire pour être une supermodel, ma belle. On a tous notre féminité, on a tous notre masculinité. Show them the masculine part and the feminine part. What are you looking at? Hey.
L'homme-objet. Qui en fin de compte aimait bien les autres et qui m'ont montré, qui m'ont laissé voir qu'en fin de compte il n'y avait pas qu'une seule beauté. Laissez-vous, soyez libre et puis voilà. Comme tout le monde il est gentil, et ben maintenant vous allez voir le final. Final. N'importe quoi. Yeah.
Вот такие мои глаза были сегодня на шоу. Ну что, надо что-то прокомментировать, да, наверное. Необычное шоу, не для слабонервных местами. Вот. Единственное, что вот, наверное, так и назову видео, шоу, которое запретили снимать. Категорически просто. Ну, вы же понимаете, там, где запрещают, хочется еще в два раза больше снять. И, конечно же, люди все равно из-под тишка все снимали. В том числе и я. Я, кстати, научу вас, как снимать втихаря. Хотите? Лайфхак, так сказать, когда запрещают съемки. Меня, кстати, поражают иногда, знаете, вот на концертах. Когда объявляют в начале концерта, неважно какого, любого концерта, часто объявляют, что съемка категорически запрещена. Ну, думаю, ну раз запрещено, ну хотите вы снимать, ну зачем вы, сидя на трибунах, или вообще фиг знает где, вы включаете в телефоне сзади вспышку. Просто мне объясните, люди, вы палите себя. И просто вам тут же вот эти вот лазерные указки, ходят администраторы или охранники, там кто в зале, всегда стреляют специально в телефон, ну, дабы показать вам, что съемка запрещена. Судя, пару раз мне тоже это сделали. Но, а некоторые сидят вот так, во-первых, достанут камеру кверху аж, вот, и включают вспышку. Что эта вспышка даст, когда ты сидишь в 3000-м зале на последнем ряду? Что она тебе подсветит? Голову впереди сидящего? Вот всегда удивлялся. Думаю, вы себя палите, и вам не дают снимать тихаря, если уж так вы хотите. Вот, поэтому выключайте вспышку, она вам точно не понадобится, не спасет вам, не подсветит вам сцену. Во-вторых, делайте яркость экрана на самый минимум, чтобы даже экран у вас не горел. И тихонечко вот так вот, раз, 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 и все. Как я сегодня снял все. Ну, там, конечно... Буду резать все. Точнее, вы уже все поняли, что все порезано. Как всегда, музыка вообще мировые хиты были. Что мне, собственно, это большой плюс вот в этом шоу. Очень понравилась музыка, музыкальное сопровождение и танцы. Танцы, это же мое все, вы же знаете, это же просто вообще. Вот. Но я бы не назвал это какое-то прям фриковое. Ну что там фриковое было? Что мы голые... попы с титьками не видели, давайте уж будем называть все своими именами. Ну, нас этим не испугать. Вот, я думаю, что запретили снимать только по этой причине, из-за того, что 18+, все выкладывают, очень много было звезд, очень много. От Кати Лель, понимаете, да, до Познера, на минуточку. Он, говорят, как его, Готье был у него, ой, чуть не проехал поворот. Говорят, у него Готье был недавно в шоу. Ну, и Ургант он, по-моему, был, еще где-то был. Я так понимаю, там это приурочено к какому-то юбилею. Ну, кто не знает, что, кто такой Жан-Поль Готье, погуглите, что я могу сказать. Мода не для всех, экстравагантная, местами пугающая, местами интересная, местами красивая, местами в жизни бы не одел такое. В общем, равнодушных не останется. У меня когда-то была... Вот Шурак, кстати, в свое время любил Жан-Поль Готье. Это его стиль однозначно. Вот. Парфюм у меня когда-то был. Вот это вот тело мужское и женское. Флакон в виде тела был. В смысле, полосатый. Полосатый стиль – это вообще его стиль. Вот. Потом, что у меня? У меня была одна кофта. Я никогда не забуду ее, потому что она была... Для Готье она была очень скромна. Для меня она была... Я ее стеснялся даже одевать. Потому что, на самом деле, это была обычная черная водолазка. Ну, как обычно, не совсем обычно это, потому что я вот, к сожалению, вам сейчас здесь не смогу показать, она была разрезанная, вот как взахлёст, знаете, как пальто, одно на одну часть, здесь просто черное под горло, руки черные, а внизу, вот здесь она была скреплена, и вот как будто взахлёст, как будто так вот открыть можно было с двух сторон, раз, одну часть, и вторую часть, и там все голое тело. Но это не видно вообще ни при ходьбе, никак, если только ветродуем на себя направить, то, конечно же, тогда увидишь свое красивое пузо. Вот это было самое такое что-то у меня от Готье. И вот недавно, кстати, как недавно, лет 5 назад мы были в Милане, и я купил на сдачу, помню, где-то там железки мелочи, евро у меня были, я купил косметичку Готье. Все, что у меня было, собственно, от Готье. Вот. Так что вот такое вот шоу. Пишите, что думаете. Показал, как смог. Вот.
Кто там был, кстати, еще? Катя Ковская, вы поняли, мы с ней в Таиланде сейчас были. А, почему сказал, что она скандальная? Потому что у нее есть видео, я попробую его найти. Она была на главной сцене, и там она психанула. Я думал, что она сначала ушла. Оказывается, она не ушла, она села за рояль и что-то там сбацало такое. Там что-то было какое-то недоразумение, так сказать. Она и в «Голосе» участвовала. Вот. Катя Варнау была, Катя Лель, Садальский, потом Валерия с Пригожиным. В общем, много было, на самом деле, звезд. Но я вот удивляюсь, да, с одной, ну, тогда поставьте вы на афишек там 18+, да. Ну, понятно, что ж, голые попы и груди, ну, не всем, как бы, да, наверное, это, ну, как бы, в, ну, хотя, не знаю, дети же не пойдут на это смотреть, с одной стороны. Но, с другой стороны, оно несколько дней идет. В Питере оно было, там, во Франции, понятно, что с успехом прошло. У нас вроде как, вроде аншлаг был, но это первый день, сам Готье присутствовал. Что в другие дни будет, не знаю. Столько звезд приглашено, которые, естественно, бы выкладывались. Это же все взаимосвязано с социальными сетями, вся реклама через них идет. И всем запрещали выкладывать. Как вы хотите продавать свое шоу, которое по всей Москве развешено на розовом фоне, его белая голова, мультяшная нарисованная? Фрик-шоу. Что за шоу? О чем идет речь? Кто там будет? Понимаете? Вот я, допустим, шел, я даже не понимал, что это, что может быть. Там было все. Там был и показ, там было и мюзикл, там был и спектакль, там и танцы, и пение. Ну, в общем, я не знаю. Ну, все по чуть-чуть. Но мы все сами видели. Не понимаю, честно. Неужели только из-за того, что вот показывали некоторые части тела? Но все было в рамках принча, не было какой-то пошлости, вот такой прям, знаете, там, порнухи такой. Не было. Не было. Не знаю, не знаю. Все, ребята, я уже подъехал к дому. Какой у меня этот, в темноте. Я вас всех обнял, приподнял, поцеловал, все сделал. Спасибо всем за просмотр, за внимание. Артем Чернышевич, мой друг, кто старые мои подписчики, конечно, его знают. Снимал прям весь концерт. Обещал завтра выложить. Оставлю ссылочку, если будет желание, посмотрите все. Я, конечно, все выкладывать не буду. Только нарезка, потому что авторские права. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.